Так, мне с велосипедом. Перемещаться, я тебя без велосипеда уже не представляю. По тематике, нет? Борис Ефимович выступал против войны. Он начал писать доклад «Путин. Война», за который, как предполагается, его и убили. Это вполне соответствует тематике мероприятия с точки зрения организатора. Тем более, что, видите, нет никакой экстремистской направленности. Такое уничижительное отношение никому. Абсолютно нейтральное состояние. Он выступал против войны в Чечне, собрал 1 000 000 подписей против войны в Чечне. Пожалуйста, проходите. Спасибо. Thank you.
Катурова, Анары! Катурова, Анары! Катурова, Анары! Продолжение следует...
как-то остановить. Я себе не знаю, что вообще как. Там только одна стоит, но много. Thank you.
Нет войне! 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 Россия, вон из Донбасса! Россия, вон из Донбасса! Россия, вон из Донбасса! Россия, вон из Донбасса! Где ваше видео можно посмотреть будет? Видео наше. Где ваше можно видео будете смотреть? На Ютубе будет, нет? Да. Найди себя на марш. Позор России! Позор России! Позор России!
Что-то идем, вас сейчас. Спасибо.
Надо, только это самое, надо. Спасибо. Освоил себе.